Так, вышли на распашку. Первая находка у меня. Ну так, сигналов хватает, мусора. В основном проволока и пробки. Блин, не фокусируется. Сейчас. Короче, баратинка выпала. Вот здесь всадник. Не знаю, как сфокусировать. Ну такой сохран еще. Что-то можно разглядеть, как говорится. Друзья, для всех любителей приборного поиска у меня есть приятная новость. Магазин «Металлопошук» повышает процент скидки по промокоду моего канала, который вы сейчас видите на своем экране и сможете найти в описании под этим роликом. При покупке или совершении заказа назовите или впишите на сайте магазина промокод моего канала, и вы получите приятную скидку на выбранный вами товар. Купить металлоискатель в Беларуси по лучшей цене вы сможете только в «Металлопошуке». Ну а если же вдруг вы найдете предложение, где можно купить дешевле, то магазин сделает вам еще дешевле. На страницах магазина предоставлена только оригинальная продукция мировых производителей металлоискателей. За годы работы магазин получил очень много положительных отзывов о довольных покупателях, да я и сам являюсь постоянным клиентом данного магазина. В магазине проходят акции, действует система Trade-in, по которой вы сможете поменять свой старый металлоискатель на новый. В общем, переходите по ссылке и покупайте только лучшее. Так, вторая находочка у меня. И это уже вижу деньга, по-моему. Вот. Даже не верил, что монета. Вот сюда положим. Вот. Ух, какая зелененькая. 1700. Ну вот, не разглядим. Зато ролик виден хорошо. Вот такая монетка. Так, у Коли пока только какой-то обломок. Не то по КР, не то почем. Зелененький такой. Ну, керамику правильно увидели, нашли. Кусочков уже, наверное, под 10. Но привязаться еще к месту не можем. Короче, смотрите, вот ямочку прикопал. Сигнал и вторая монетка. А, это уже советинка. Ага. Ну, так скажем, не совсем ранее. СССР. Какой год? Наверное, не рассмотрим. Ну да ладно. Советы на 3 копейки, а дальше неважно. Идем дальше. Так, монетка у меня выпала снова. Непонятно. Наверное, не калашка. Да, скорее всего, копейка николаевская будет. Но сохрана никакого. Клянова шкребет рядом уже. Решили горочку эту взбодрить. Да, копейка николаевская. Какалик. Так, снова монеточка у меня. Возвращаемся назад уже. В сторону машины. Но хотим здесь вначале, где заходили, здесь керамики было полно. Хочем там попробовать походить. Какая-то залипшая вообще. Империя, да, скорее всего. Вот, да, латки. Что за она? Не знаю. Попробую сейчас протру, еще нет, то нет. Не получается очистить от залившей в какую-то траву. Так, очередная находка. Пока я не понял, что. Может, крестик какой был или привеска. Вот такая штучка. Здесь как вот ушко какое-то или отверстие. Что-то соединялось. А это, скорее всего, может от энклопиона навершие. Или типа того. Что-то из такого оперы. Или наоборот, это верх, а это непонятно. Кто узнал, пишите.
Сегодня снова мне фартит на монеты. Вчера Коля там всего лишь пару штук нашел. Он ходит с эквиноксом, по-моему, 900. А я вот с Деусом. У меня в основном монеты. А он вчера такую вещь нашел. Я в прошлом ролике показывал. Такой меч. Шикарный. Ну, они вот залипшие ничем. Это уже буду дома, наверное, чистить. Потом покажу. Будет интересно узнать, что это за монеты. Ну, сильно залипшие почему-то они здесь. Вот. Нет, так тоже не понять. Но большая. Возможно, что-то интересное. Так виднеется что-то. Период может быть любой. Вот. Так, темнеет уже. Вот ямочка. Почти поверхностно, так сказать. Два сигнала, но они как вместе были. Вот такая штука, но это я развернул. Она была сплюснута. Думал, мало ли какая кокарда, там еще что-нибудь. Ну, просто кусок меди положим в карман. И монетка. Но я уже посмотрел. Это Николая I. Копейка серебром. Или две копейки серебром, не знаю. По размеру. Наверное, копейка серебром все-таки. Вот, 1840 год. Одна копейка серебром. Еле видно. Вот. Ну и здесь вендель. Плохо виден. Но все равно монетка. Так, ямочку выкопал, но небольшую так на штык, потому что по звуку слышал, что где-то вверху находка. Она оказалась вообще верховая, я его не заметил, потому что темнеет. А вот лежала вообще наверху, сухая. Аж пыль идет. Одна копейка николаевского формата. 1908, по-моему. Ну, неважно уже какой год. Монетка свою отжила. Ну, есть в планах у меня на кокалики. Собираются. Если никому не отдам, почистить их тогда до блеска, так сказать. И вот, как сейчас модно стало, столы заливают, там еще чего-то эбоксидкой вот. Смолой. И сделаю себе вот такой стол с монеток или что-нибудь типа такого. Вот. Только что верховая вот это, что показывал. И вот. Сразу же кругляш. Ну, это что-то маленькое. Скорее всего, баратинка будет. Да. Наверное, она. Да, вот орел виднеется. Здесь этот. Нет, вот орел где. Вот он виден. С этой стороны, значит, профиль Буратини того. Вот, который всех надул. Ну, еще читаемое чуть-чуть. Так, темнеет, все темнеет. А мы еще бродим. Снова монетка. Я уже немножко тернул, чтобы показать. Деньга 1743. Вот такая закиша. Вот. О, Колян сейчас проходил. Вот тоже монеты полезли. Вот здесь у него 4 монеты. Вот залипшие даже. Понять не может, что за ней. Но одна вот советина поздняя. Вижу. Это тоже советина поздняя. Это не знаю что. И это не знаю что.
Ну, смысл в том, что у него ни карманов, ничего, в сапог бросает, говорит, мешают ходить, на себе кинь. Ну, кину себе, чтобы потом не попутать, чьи. Монет сегодня как бы хватает. Ну, еще будем ходить. Колян под дубом этот вот клад ищет. А я монетки. Ой, не знаю, монетка, не монетка, но... А, нет. Блин, думал, монетка. Так-то кругляш. А так-то... Это от батарейки, наверное. Батарейка загнила, а жопка вот эта осталась. Бывает и так. Так, очередная монетка. Вот. Коля подбивает меня на ту сторону речки по траве походить, а я отказываюсь. О, щитовик 15 копеек, очень редкого года сейчас будет. Хоп, 46-й, не знаю, редкий, не редкий. Сохран не видно. Вот так вот. Ну, почистить будет дебелый. Живой. Так, только вот отошел. И сигнал был, но я копнул, а она, походу, верховая была. А что это? А, 1 копейка 24-го. Я думаю, вроде царская, вроде. Советская, первая советская монетка, копейка медная. 24-го года. Ой, темнеет уже вообще. Сегодня даже луны не видно. Так, как-то снять. В общем... Ищем-то МКР. Керамика есть, что никак не могу снять. Забываю. Вот. Видите, рисунки есть. Часть браслета. По Киевской Руси. Ходим все радом, 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 но никак зацепить не можем. Так, где-то моя находочка. Сейчас найти бы. Ага, она. Вот. Вот так называемая крышка унитаза. От курительной трубочки. Вот. Вот такая крышечка. Землю надо выбивать. Ну, еще чуть-чуть походим и домой. Ну что, подведем итоги. В общем, монет было много на поле. Искали мы Киевскую Русь. Признаки нашли. Вот он свидетельствует. Какой-то кусочек браслета. И, ну, вот это, не знаю, что. Похоже, какое-то навершие, думали сначала. Но здесь вот все закипело. Непонятно, утверждать ничего не буду. Почему не нашли, даже не знаю. Выбить там никто не мог. Если бы выбивалось, я думаю, проще монеты вот эти выбить, чем... находки по Киевской Руси. Ну, может быть, надо было смещаться куда-то, но у нас времени уже не было, уже темнело. Что успели, то накопали. В общем, почистил я эти монетки, не стал я там, ну, им хана, короче. Они закипели так хорошо, что вот это вообще снять нереально. Я не стал мучиться, просто кинул в преобразователь ржавчины. Там они начали кипеть. Ну, интересного здесь ничего не было уже. Монеты убитые. Не знаю, что на них повлияло, что они так закипели. Вот такая двушка капуста. Вот. А остальное все советы. Вот 5 копеек 61-го было. Залипшее. И вот, видите, слой даже какой остался еще. Не откипел. Тоже совет поздний, тоже убитый. Эту я не кидал,
смысла нету чистить. Если даже там какой-то год интересный, все равно это каверзные вылезут. По остальным монеткам. Вот две деньги было. Ну, такие еще почистить, если что-то да есть. Вот орелик. Это еще получше. Вон деньга. Хотя бы рельеф какой-то виден. Это затертое, наверное, при жизни было. Копеечка серебром 40-го. А как бы патинки, все красиво. Но рельефа почти нет. Вот так. Ну и здесь что? Вот это еще такая более-менее сохран. Приятный. 46-й год, 15 копеек. Копеечка 24-го. Вот медная. А остальное это тоже поздний совет. Здесь Николаевская. Это я не помню, что тоже Николаевская. Баратинки, поздние советики. В общем, как-то так. Все равно приятно, побегали. Вечерком, уже не жарко. Монет накопали. Ну, скоро начнутся распашки в нужных местах. Будем именно копать, так сказать, раннее средневековье. То, что я люблю. Будет поинтересней. Ну и кому понравилось, ставьте лайки, поддержите канал, напишите комментарий. Подписывайтесь, кто не подписан. Всем желаю удачи, крепкого здоровья. Ну и до новых встреч, друзья.